Приветствую, друзья, всех на своем канале. Стою возле гаража. В общем, сегодня тема у нас будет о нашем гараже. В общем, строился этот гараж лет 10 назад. Ну, строился он еще когда была на нашем тракторе маленькая кабина. Вот такого плана, самодельная. Затем установили стандартную заводскую кабину на наш трактор. И получилось, что у нас как раз, можно сказать, что вплотную трактор наш проходил в гараж. Вот. В этом году, когда установили стандартные большие колеса МТЗовские, ЮМЗовские, в общем, большими дисками, большая резина. Когда сейчас померили, у нас вообще не проходит. То есть у нас не хватает где-то 25 сантиметров для того, чтобы у нас трактор зашел в гараж. В общем, переделывать гараж решили уже не переделывать. Поэтому как уже начали ставить сюда машину нашу. Вот. И решили сделать, значит, другой, ну, типа гаража. В общем, сделаем навес покуда для нашего трактора. Покуда не будем забивать наши стены. В общем, сделаем покуда хотя бы крышу. Потому как вложили средства такие, покрасили его. Ну и, в общем, стоял на простом, под открытым небом, можно сказать, что снег, дождь, солнце, в общем, чтобы не портился, не лучилась краска, решили сделать навес. Сейчас мы вам покажем. Ну, в общем, выбрали мы место, хотя у нас особо нету такого и места. Ну, в общем, выбрали здесь как раз от того гаража до этих ворот. У нас выходит 5 метров. Мы посчитали, померили трактор, в общем, как раз ходит наш трактор. Поэтому купили металла и будем делать навес для трактора из металла. В общем, будем снимать весь процесс, как мы его будем делать. Поэтому смотрите видео. В общем, буром делаем такие вот ямки под столбы, чтобы потом их забетонировать. Ну, глубиной где-то я рассчитываю сантиметров 70-80. Ну и в высоту около ну, метра 3 метра не менее, может 3,20, чтобы как раз был запас еще немного хоть над крышей. Так что продолжаем. Итак, ребята, для наших стоек используем такую профильную трубу 40 на 60 с толщиной стенки 3 мм. Сейчас порежем по размеру. Здесь завариваем низ металлом и устанавливаем. То есть делаем такие типа площадки. И будем ставить ямы и будем бетонировать. Итак, ребята, вот мы поставили наши 6 столбов. Вот. Ну, равнять по высоте, то есть выводить 0, будем потом. То есть вымеряем все и сколько надо нам отрежем. И потом уже будем
поверху уложить наши трубы. Вот такая у нас вот на данный момент ситуация. Сейчас начнем варить наши фермы наверх. То есть покуда здесь пускай раствор засыхает пару-тройку дней. А мы за это время поварим наши фермы. Все, смотрим дальше. Ну вот, ребята, порезали наш металл на заготовке, ну и сварили уже одну ферму. Немножко вот подусилили, чтобы не прогиналось. Одну сварили, опробовали, металл напилен, теперь будем делать остальные фермы. Смотрите, что будет получаться дальше. Итак, ребята, начали мы накрывать наш навес профлистом. Два листа уже положили, но еще не до конца закрепили. В общем, такая вот у нас картина получается. Как раз получается, но ровно на длину листа 2 метра каждая сторона будет. А общая ширина у нас гаража 3,50. То есть вот так вот. Продолжаем дальше. Итак, ребята, одну сторону накрыли. Теперь переходим ко второй стороне нашего навеса. Смотрим дальше. Итак, ребята, практически завершили мы наш навес. Единственное, остался наверху конек. Но в магазине он появится, как сказали нам, дня через 4-5. Поэтому придется нам ждать еще 5 дней. В общем, появится, потом купим, прикрутим. А так, готово. Навес, то есть завезли сюда грунт. Сначала на низ завезли глины, потом песка сверху насыпали. Вот отсюда, так как у нас участок неровный, то есть сюда еще варили трубу и нарезали шифера волнистого. И так вот загородили, чтобы грунт наш не осыпался. Вот. То есть навес наш готов. Ну, в будущем, наверное, решили мы, что обольем его, наверное, полностью металлом. Верх, наверное, оставим поликарбонатом, зашьем. А низ, так же как там, 2 метра, так и здесь вот. Зашьем профилем, забьем наши фронтоны. То есть, наверное, получится у нас не навес, а гараж в будущем. Ну а зимовать, наверное, будет так. То есть загоним наш трактор, закончатся наши работы все на огороде. Помоем и загоним на зимовку сюда. Так что вот такой наш навес получился. Ну а на этом прощаемся с вами. Пишите комментарии, ставьте оценки нашему видео. До новых встреч!